Я тоже поставил по центру. Ну а что там хули по лунатов? Шоколада. Мне кажется, сила атаки. Блять, нисколько! Сука, не жди. Апа. Места не хватило. Ты бомж. Еблан. У тебя дон на сумку стоит, да? Арк инвентарь какой-нибудь, нет? И, короче, они все тут багаются. Вот так вот, все эти аддоны. Сколько не пробовал, разные, они периодично сами по себе закрываются просто так. Есть аддон, который не багается. Elf UI, это сборка аддонов. Пан пишет плюс бичат. Тыкните. Зачем вы мне кидаете обмены на? За РД фласками? У меня еще их нету. О. Ну правильно, я хочу ап. Ты нара стрёмная, блядь. Ладно, хоть, извини. Ты хотя бы укусишь, чулан вообще изнасилует. А мы с чуланом вайда по КД. Ой, простите. Во-во-во. Чулан, подвинься, там места хватит двоим. Не только быстроту. Тогда у меня есть. Он только что тут он был. Я его присуманивал, он убежал. Вон он бежит.
Канта умирает трэша. Нормально так, блядь. Он просто схилол, все нормально. Я первый пак припулил, не пиздите мне, если за припул что-то речь идет. Там просто там шот прилетел, да. 16к это шот? Ну бля, там несколько 16к прилетело. Ну блять, если бы я успел притвориться мертвым, я бы успел это сделать. Я стоял в мелизоне. Да это было мгновенко. Там. Так он притворился мертвым, встал и побежал, что ты хочешь. Войт, мне где-то минут через 30-40 нужно будет подойти минуту 15. Минуту 15. Ну, возможно, двух. Ну, не сложно. Ну, я постараюсь. Пропустишь нахуй своего. Продал я вара своего, заебал. Опачки тут, не кикай. Одну минуту. А ты чё, Маликет, как там в джок? Ну, конечно, это мой Сигильди. Да, он в джоках сидит с остальными моими сигильдийцами бывшими. А ты чё не с ними? Потому что он слишком сильный для Джоуков, поэтому сидит в нашей гильдии. Нет, просто я с пидорасами в рейды не хожу. Костя, ливай отсюда, пожалуйста. Что нахуй? Да, я слишком сильный для Джоуков. Все, ладно, понял. Для вопросов больше нет. Что там Матумба? Заявление нахуй, что взять Валька бьет огнем. Я их просто скинул. Войд, подожди, ловушки. Че вы? Нет? Все, агрите. Вторая за мобами. Нет? Да это все легко протестить. Одно, вторая за. Да, сейчас инвиз откатится. Все, снял. Маликет, у тебя макрос сохранился на боб по царю обезьян. Вот иди нахуй. Теперь я кастер, кидай. Один хуй, блять, мне похуй будет. Так,
Расскажу фишку в ПМ, как царю обезьян спортить нахуй ДПС. Вместо бомбы. Слабление магию поскидать? Нет. Диван на него кинуть нахуй под брусты. Он уже, блядь, диваны буду раскидывать, когда раз мелкий. Чё там, 6 пистолов? Мазба? Чё, рыба что ли? Блядь. Стоит ещё всё, всё ещё стоит. Чё он, сади нахуй с рыбой. Чулан, вон рыба у шкафа, слепой мастер, ёбаный в рот. А под тобой что, блядь, стоит? Вовремя. Мне в атаку пульнули. Шмоти, но это нормально. Да. Половину шмоти, да, игра. Ёбана. Там хватает вполне триник и кольца. Да даже шмотки, чтобы грабить. По 5% крита есть. Нет, спасибо. Есть у нас Мишка, алё. Блять, бронетроль упал, сука. Ну чё, каково тебе хоть раз видеть свой ник выше моего? Блин, тапки на рогу упали. Осколок есть.
Ну, у меня как бы рога 250. Ну, ну блин, если это у нас не шлем Т4, я буду давать десятку. 7-8, что знаю. Дай угадаю, пан, у тебя усилки на силу. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Ему осталось только сказать, я вообще в ретре. Поставь группу лучше, боя забирать и все остальное. Ты ж не будешь каждого моба лутать. Да. Скучно, опять пилотка. Для нашего господина нет ничего не важно. Пушно в 5 могу в 6-го спекнуть. Спекните кого-то в ДДМ. Блять, одной рукой Хильвина. Да. Окей. Если что, я вообще, в принципе, наших паролю. Выведи, он за его идет. Да. Там что, таймлу, да? Маликет не пух, это мой товарищ. Но пух. Блять, ну ладно, говорит. Это все, короче, и Войд, я отшел, 15-20 буду. Маликит, если ты товарищ и друг три обезьян, кидай на него диваны ПКД. Он, блядь, и так это делает. Ну не диваны, Боб. Ладно, все, сейчас скоро буду. Что случилось, ПК, что ты уже в рейды ходишь? Ну. Клыкач, говорю. Кем ты в рейде просто? А так я вообще уже что-то бросил.
Нет, еще спекаюсь. Нормально, я готов. Давай, я кину этого. Мана нету. Мана. Смотри. Лут смени. Да. Пан, двинься куда-нибудь, потому что он заведенный. Угу. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Я дал гимн этой дикости. Ты не в сил противиться моей воле. Там сзади уже два моба со щитом, РДД не могут их бить. Так что пусть они стоят дальше, блядь. Ты не в сил противиться моей воле. Да, блин. Ой-ой-ой. Итак. Далин, дай иннер по мастершаме. Вер, да? Вот мастер. Дайте иннер, пожалуйста. КД. Ты не в сил противиться моей воле. Спасибо. Какое спасибо, у вас пристабаф стоит, с четвертого раза кидается. Молитва ваша висит, сана его, блядь. Хрен вас законтролишь еще. На все воля господина. Теперь да. У
Да дико себе заранее говорю, чтобы они потом, ой, меня убили в контроле, блядь. Чтобы вот этого не было. Давай нахуй. А он поставил, кому надо покупать. А эти ступни норм нахлопало или нет? Нет. Ну если вариантов совсем нет. У тебя Алиса лучше. Ну я имею в виду, МБ не предбиться без Геры Пай. Даже с Геры они не без. Без Геры. Я там, да. Я сам там. Дай угадаю, Пайкс тоже ролит нахуй на ПВП. Ну конечно. Конечно, он же Фрост. Пиздец. Я охуею, просто люди не понимают, что нахуй я нормально нахуй. На Фросте? На Рэд. Что пришли меня сюда взять, значит? Нищеброд. Напиши в ты нахуй. Я, кстати, Костя думал на выходных тина качать. Ага. Либо купить, я еще не решил. Купи быстрый старт у меня. Че, он дурак что ли? На фану подешевле. Да. Я за колду продаю вообще-то. Так мешки и надо на мастерство, потому что пока замены другой нету. Если ты поменяешь, где ты возьмешь? Три камня будешь вставлять, это лажа. Поэтому. Ну что, ему камни на РП вставлять, что ли? Пустите в пушку. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Лактарагар. Коркрон, взлетаем. Войт. Я тебе отдам. Пан, что хочешь, еды? Конечно. Зачем еще кинуть обмен маду? Да, я сейчас. Ну давай после бота я. Ты что, штаны забрал, что ли? Я их забрал так, на будущее. Думал, если собрать арпового энта. Но такие же самые крафтятся, поэтому собирать их за 550. Ну, мне кажется, Т4 тут больше дамажит, чем, блядь, Т10 на энк. Сейчас ты умрёшь.
Я уже дал щиты. Просто тупо по мане сяду, если буду бить. Царь обезьян. Ты где? Он отошел. Как он дальше тут должен? Когда это зашли? Меня похоже выкинуло, займите. Понял, Войт. Позже. Его выкинет с игры. Давай, все не стану. Он в пушке сидел. В пушку сядьте на. Только двое не садитесь с нами. Левая, по-моему, была. Ты никуда череп не поставил. Теперь есть. Сядьте в пушку левую, в левую пушку сядьте куда-нибудь. Трансом прыгай на бродил. Трансом прыгай на бродил. Скорость атаки будешь срезать. А чё, зелёный бабл не изглядел? А вы чего? У него он сказал то, что РТ в плохое время, типа каникулы кончились у него. Так мог не ливать, или у него другой РТ просто ищет. Блять, почему вот нормальные люди более-менее ливают, нахуй, шредеры еще до сих пор гильдии, нахуй, я не могу понять этого. Ради тебя остался. Пушки только не бейте, пока не улетим. Ясно, блять. Оружейники, огонь!
Написано off. Ну все, зарп мои. Не хочет пацан зарп. Алиса, а чё у тебя такое говно трение на холи-поле? Они были, когда мне дали этого парня. Купи за ОД треньку на инту. Она бисовая. Она не бисовая. Бисовая? Она не бисовая. Мой сейчас не бисовая, когда вышла с этого. Из-за эски. Ну вот. Но пройди бис. Пока её нет. Но за эс мы ещё не траим, так что бис. Ну, типа, она помимо ЗС, даже не бисовая. Типа, объект чешка. Ну, дальше ты с моим объектом чешка, мне похуй. Будешь на земле, внизу. Пиздец, две бауешки. Пиздец. Анролом, массажами, все нормально. Чё за бред, почему две бауешки? А чё, они не идут тебе? А, или у нас тут? Артур, твой ролл выйдет сегодня погулять? Да вышел уже 21. С фаршоком рядом, дураки, блядь. Ну шо, пока запускаем? Запускается варшоп, да? Похоже, только РЛ. Герои, будьте начеку. Дэк только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. А если на обезьян кинется метка, нам пизда? Ёбаный в рот, нихуя себе. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно племя короля Лича? Да-да-да, специально. Ну да.
Ой, я, блядь, не желаю, что это такое вот. Опачки, понимал я, дамаг не идет. Идет, но 90%. Да, слабый. Но он иссушением бьет. Записал? Да. Блять, можно ходить по плафакам нахуй на этом боссе, блять, хилам. Если умирает, да? Да, 5%. Ну, вроде там же, либо здесь. Никогда на это, блядь, не отвлекался. Понимаю. Воля упала, парни. Так, я тут. А чё мне минус 700 ЕП, нихуя себе. Ну, ну как я потом... трёх? На форте был, я бил. Нихуя. Чё, не можешь меня посмотреть? Я между первым и вторым танком. Так что минус 2 только. Нихуя потом. Демон на пятом. Сурка я бил. А что там токен Лара был, да? Тебе нужен мастер, да? Не, нахуй не надо, мне еще две сумки валяются, ну. О, видал, третье место по ДПС. Ну бил же. Ну это турбо. Я-то думаю, чё так Рацик мало ДПСит, а он, сука, в силу убитый. Ебать. Зачем Виби Оля? Так он еще в трэш нахуй не играл, этот Ратик. Фу, блядь. Оля на лока. Класс. Открываем ПР. Мейны у нас Бокрус, Бокрусу не надо. Ратик ко мне идет. ЛРЭ уже, да. Трэш фиш. А, ЛРЭЮ надо. Вообще заебись. А я Вальку сагнил, блядь. Да, ничего. Слам дайте. Блядь. Ебать, на мне стан 30 секунд. Чё за хуйня? Виванту спрашивает про выбор смерти.
А шо, он еще Вайда в сумке? Я так их знал. Не просто так люди в ЛФГ пишут, кидало. По-моему, еще время должно быть. А может и варта, нормально все. Тише, вот, смени лук, пожалуйста, на круповую. Я не думаю, что выбор ГМ, ой, ФМ это, блядь, лишний путь. Да, если бы ты про него забыл. Я сам только вспомнил, когда волю увидел. Ой, кидало. Тупо плюсую. Пацанов на ЕП, ой, пацана на ЕП кинул. Ну, бля. Ой, не любишь слушать правду, чё ты ебаль? В самом деле. Ты что там, мут на канал ставишь, что ли? На людей. Что царь ливнул? Он горе с мутом не пойдет. А я в ШП. Может поспекнуться обратно? Нет. Окей. Дал. 5 хилов не сказал сразу на эпик. Вот когда не захилим, тогда да. Но я не вижу смысла. Нет. Четыре хила. Спектр, нет? Ой, спектр, нет? Нет. Окей. Снять или активировать?
Ловушка. Проверяй. Ты сказал или-или. Забирай босса. Боишься, так и сыпется. Сарказм. Так, сколько ЕП за 40 ангелеев? 200? А, у меня, кстати, портал был Галаран. Стороночки, портальчик дайте. Сумма антибана. А, усилки скидываю. За ребро 100 или 200? Галаран долба. Маги, давайте тройничок кидаем. Турбо, я на тебя, Дик. Ты... На... Турбо, ты на дикость, дикость на меня. Подожди секунду. Можно прот обновить? Правильно. Да я кулаки раздаю уже, фиг знает сколько времени, все нормально. Нет. Ушли все нахуй с тотема.
меня тоже фризит, так что это сервак. Не знаю, у кого лагает, у меня никто не... Да, да, ваш комп, видать. Ну, вот ты... Все зависит от вашего места дислокации, чего непонятного. Дислокация. Да. Частица света она будет. Крик хп есть? Клыкач умер. Крик хп. Нас фаром. Да. Опачки умер. Мини, да, у меня ее нет, но панели, да. Оп, чучел, сори. Да вы запарили меня заблевывать, честно, я стоял здесь один. Я не понимаю, ко мне уже трое приходят. Кого мне хилить, если тут некого хилить? Я тебе духа дал, не переживай. Нет, ты захилился. А, групплут? Ну ладно. А, ну ты заберешься. Так, и перчатки норм или говно? Норм, если нету враги Ршанна. Которым они нужны. Ой, ты порол, все три шмотки забрал. Ну, написано, выигрывает. Ты тут один порол всех. А нет, не все. Шерфиступ, ШП. Я не буду с этой хуйней ходить в рейды, блять, в 5 хилов, блять. Может, обливали. Дайте баф ханту. Помагам, дайте касочку. МП5 по престам.
Благодарю. Я забыл шмот сменить. Ну ладно. Зато мана будет. Блин, в рейде два пуга только, а мне кажется, то, что мы не убьем его из-за пуга. Мы не из-за пугов его убьем, не убьем. Да, я столько раз в пуга рейдах вайпалась, мне просто паранойя уже. Ну да, у меня паранойя. Она одна так думает. Ну, я шмот не сменял. Чё-то не хватает, мне кажется. Может, варов? Гайка, мне кажется, не хватает. Это вот прям видно, что не хватает. Я просто предложил, я хз. Но я вижу, что чё-то по ДПС вам явно не хватает. Либо люди плохо одеты. Объект! Покчамп. Блять, это говно падает каждый нахуй. Это говно мне надо. Это говно и мне надо, но толку. Ой, мне в принципе. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. А, да, кстати, я с прошлого босса сролила, может кому-то нужна, но просто у меня нету рейд. Ну я на офф заролю. Можно? А это на мейн. А, ну Виби там, все понятно. Нет. Ноги ролил. Ноги ролил. Виби не надо. Да.
А может тебе не надо все-таки? Да, но ты видел, чего у меня труба до сих пор? А что ДНМ-то, если... А у меня очищенная лунная пыль. Войт, можно перчаточки? Войт. Перчатки. Окей. Перчатки кольчужные, что где? Да, нет. Перчатки. Плечо сгнили, я говорю про ту. Предыдущего босса перчатки были. Алиса что-то там хотела. Табля собирай, я этим перцом редко забыл. Ой, ты еще не рукавицы не распылил там, блядь, запах. А я вообще уснул на клаве. Молодцы, на. Разъедающая кровь тук клопуза. Нужна кому-нибудь в рейд. Я передумал это ролить. Так, смысл. Бля, тебя не... Мы за стеной. Он тебе сейчас не даст обмен. Вы быстро зашли, там моб сзади сагрился, а вы уже запустили. Он не мог сагриться, если бы его никто не ударил. Я его лично не бил. У меня пишет нельзя, когда он на трубе ползет. Мне кажется, это сама. Да. Нет, Локу, блядь, отдают крит, он идет нахуй. Локу демону отдаю дух. Виби, да? Архуз хочет. Можно рыбу поставить? Отдай Трини, Войт. Выбор. А сколько там времени тоже осталось? Фу. А что ты раньше не сказал? Переживает. Конечно, ебать, выбор на паладина. Опа, блять. Да, люди, походу, что это не редко, долгое время я был как успех. Говно, да? Войт меня в ШП или в хиле? Окей. Мне вообще больше не дохилить не надо. А на лече? На Синдре лече максимум ты нужен будет. Окей. Мне надо. Вижу. Даю обмен. Это же без ГП. Ну раз я один. Ладно. О, перчи охуенные.
Мне не надо. Алиса, забирай. Я знаю. Я пока 24 бегаю. Я бы лучше ноги поменял, блядь. А шея хиллская тоже вроде уже была, да? Блядь. Так она без хасты, нахуя она тебе? У меня тоже сейчас без хасты, если чё. И там хотя бы амперик, нахуй.